еще несколько десятилетий назад, 22 апреля, отмечался чуть ли не самый главный праздник страны – день рождения Владимира Ильича Ленина. Сегодня исполняется 149 лет с этой даты. Мы спросили ульяновцев, что они знают о своем знаменитом земляке, а самое главное, помнят ли они эту дату и чтут. Знаете, что сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина? Да, знаю. А сколько лет ему исполняется? Ой, тяжело сказать. Сейчас прям секундочку. Нет, затрудняюсь посчитать. Но знаете, вот что это за личность вообще такая? Конечно, знаю. То, что он был из партии большевиков. То, что с ним, то, что его псевдоним Ленин из-за ленинского расстрела. Ну, он взял такой псевдоним себе. То, что он уроженец нашего Ульяновска. Вот. То, что он учился в первой гимназии, то, что он не особо любил наш город. А что знаете из истории про его личность? Что помнится? Был вождь, совершил революцию. Ну, а мы помним, что революционер, что важная персона, которая жила, родилась и носила имя Ульянова. Знаю. Сколько лет исполняется, знаете? Ну, если родился в 1870-м, то все тут минус, плюс и все. Что знаете про этого человека? Вот пару слов буквально скажите нам. Ну, родился он здесь, в Ульяновске, вот где Минцентр. Потом переехали на улицу Ленина. А чем он известен вообще? Чем он известен? Да. Ну, под его руководством совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. У меня он великий общественный политический деятель. Ну и как человек, это высокой культуры, образец человечности. Мы выросли с этим именем. Мы вступали в пионеры, мы вступали в комсомол. Мы все время учились и все время с этим именем были. С ним все время венки, цветы возлагали к памятнику Ленина. Каждый праздник. Сегодняшний день не стал исключением. Утром ульяновцы возложили красные гвоздики к памятнику нашего земляка. В церемонии участвовали депутаты, представители общественных организаций, учителя и воспитанники образовательных учреждений, неравнодушные жители и гости Ульяновска, а также первые лица региона и города. Как мы с легкой руки Сергея Ивановича Морозова говорим, что Ульяновск – это родина талантов, и один из великих земляков – это Владимир Ильич Ленин, который всю свою жизнь посвятил именно человеку, с тем, чтобы на сегодняшний день было равенство, братство. И эту политику мы продолжаем и сегодня, независимо от цветов флагов. Безусловно, Владимир Ильич Ленин – фигура значительная и неоднозначная, и относиться к нему можно по-разному, но, безусловно, всегда с уважением. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.